За ежедневной суетой, за делами, работой или в пробках мы порой не замечаем, как меняется жизнь вокруг нас. И лишь короткие моменты передышки на утренней пробежке в парке, прогулки с друзьями или детьми мы замечаем явные перемены. А какие, мы спросим у жителей. Сейчас город очень сильно преображается. Вот везде создаются вот такие вот парки подобные. Так что да, за последний, наверное, год очень сильно преобразился город. Благоустройство кругом идет в городе, это хорошо и замечательно. Молодцы, прям и дороги стали лучше, и, ну видно, что вот он прям как молодеет. Много молодежи, много деток. Очень мне нравится выход из школы теперь сюда, здорово, и детский садик. Исключительно хорошо, нам нравится. Город очень сильно развивается, ведется большое строительство, ведется большое благоустройство, озеленение. Все, что можно, делается. Чтобы еще краше и красивее делался наш город. Мы очень рады. И дороги, и скверы, и детских площадок очень много. Очень мне нравится, очень зеленый город. Мне вообще город нравится, очень хорошо развивается, позитивно. Для детей очень много всего, всяких площадок детских. Я люблю Ивантеевку, мне нравится. Проведя опрос, мы узнали, что горожане вполне довольны обстановкой в городе. И помните, каждый из вас может вложить частичку себя, чтобы Ивантеевка стала комфортнее и интереснее.